Полиция обнародовала новые детали аварии, которая произошла вчера у села Будешты. За рулем находился 17-летний подросток без водительских прав. Рядом на пассажирском сиденье был его пьяный отец. По словам следователей, нетрезвый мужчина с сыном и тремя соседскими детьми отправились в гости в соседнее село. Подросток ехал на большой скорости и не справился с управлением и врезался в дерево. От сильного удара машину разорвало на части. Несовершеннолетний шофер и 13-летний пассажирка погибли на месте. 36-летний отец и двое других детей госпитализированы в тяжелом состоянии. Ведется следствие.